Слушай, мне сейчас как-то даже стрёмно это видео вообще делать. Я всегда говорила о том, что питание с ДЧ, ну, брать вообще не надо. И такая, знаешь, в какой-то момент я просто понимаю, что у меня то же самое. Я сама интуитивно пришла к тому, что я питаюсь так, как у меня написано в моем ДЧ. А я, короче, стоим говорила, что это вообще некорректная информация. Несколько лет назад я пришла в эксперимент «Дизайна человека» и всем говорила о том, что знание о питании некорректно. Ну просто потому, что, во-первых, я сама экспериментировала, и пока я не проверю, на практике я не могла это говорить людям. В «Дизайне человека» написано, как вам нужно питаться. Но это ли не странно, казалось мне? Потому что такое ощущение, что... Сейчас ставлю видео, я, мне кажется, об этом уже говорила несколько лет назад, повторяюсь. Сама наука «Дизайн человека» говорит о том, что вы должны разобусловиться. То есть не быть обусловлены какими-то понятиями, концепциями, мнениями, идеологиями и так далее. То есть вы должны полагаться на свой внутренний авторитет, то есть на свои внутренние ощущения. Так говорит вам базовое прочтение ваших бодиграфов. И вместе с тем она говорит, но ты должен питаться тем-то и тем-то в такое-то и в такое-то время. А разве вот это вот ты должен этим и этим питаться в такое и в такое-то время не является обуславливающим моментом и не является противоречием одной информации, другой, даже хотя бы в рамках самого дизайна человека. В общем, это казалось мне странным. И теперь я реально понимаю, что я, проживя несколько лет в эксперименте, я специально, я эксперимент настолько чист, что теперь я могу с вами им поделиться. Я специально не смотрела, какой у меня тип питания по дизайну человека все эти годы. И вот, когда уже прошло много-много лет, я решила посмотреть. Я офигела. Ты питаешься по дизайну? Ну да, получается, прикинь. И самое интересное во всем этом то, какими путями окольными я вообще до этого дошла. Вместо того, чтобы просто посмотреть свой дизайн и, ну, так скажем, понять, ага, ну вот так, да, питаться нужно каким-то образом. Вместо этого... Нет, я не так маленько скажу вам. В дизайне нет информации, как питаться. Хотя нет, некоторым, да, это дается. Но все-таки конкретно что есть, там такого нет. Там есть то, как питаться. Но нет ответа на вопрос, что конкретно вам есть. Вот такого в дизайне нет. И вот самый потрясающий факт, что я окольными путями через очищение организма, через повышение частоты своих вибраций, через духовный рост, через любовь к себе, к своему телу и наполнение себя энергией, я подошла к тому, как есть. Согласно своему дизайну, я это сделала своими путями. И в итоге у меня состыковалась эта информация. Она оказалась, да, ровно точно так же, как в моем дизайне. И плюс ко всему, что есть. И тоже это, в принципе, прописано в моем дизайне, но я к этому пришла. Итак, ребята, что я хочу вам сказать. Иди пробуй, все готово. Да, теперь я полноценно веду консультацию по... Ну, у меня не просто консультация по дизайну человека. У меня такая консультация, где я полностью раскрываю, собственно, и дизайн человека, и да, и тему питания в том числе. И мало того, я раскрываю именно такой, знаете, прям пошаговый путь к тому, каким образом человеку понять вообще в принципе свой отклик, как начать себя чувствовать, как чувствовать свой внутренний авторитет, и как начать, собственно, не только питаться правильно, но и, в принципе, жить корректно. То есть, понимаешь, это такой путь, который прям вот комплексный подход. Вот, собственно, это и есть моя консультация сейчас. Сегодня я могу сказать, что та подача знаний, в каком контексте я к этому пришла, она, знаете, такая уникальная, потому как тебе не нужен никакой другой специалист, ты просто находишься в контакте с самой собой. А когда ты в контакте с собой, ты чувствуешь свой внутренний авторитет. А когда чувствуешь внутренний авторитет, тебе прям как по морю по колено. Безусловно, наставники должны быть. Наставник — это тот человек, который помогает, скажем, какие-то моменты, когда тебя где-то маленько выбивает, он чуть-чуть тебя направляет и корректирует твой путь. Это да. Но вместе с тем, говоря о таких вещах, как питание, то ты всегда чувствуешь, в каком ты сейчас находишься, скажем, положении, и что нужно твоему организму, когда ты, внимание, находишься в контакте с собой, то, чему вот я вас обучаю. У меня такой потрясающий момент, что у меня очень ограниченная диета по дизайну человека, и мне нужно питаться именно ориентированно на то, что мне вкусно. Я непосредственно подбираю себе диету сама. И разнообразие для меня вредно вообще. И вот так поразительно, что в течение всей моей жизни оно так и получилось. То я ела одну гречку, и меня все спрашивали, ну как? Как так возможно? Почему ты ешь одну гречку? Любишь? Кого это? Гречку.
Обожаю. Хорошо. Я даже не знала, что по моему дизайну это просто нормально. Я просто всем отвечала, ну потому что мне вкусно это сейчас. Не знаю, мне вкусно, так говорит мой дизайн. Потом у меня были яблоки и бананы, когда я стала сыроедом. Потом, когда мы переехали в Азию, я стала есть обед папайя, ужин драгон. Обед папайя, ужин драгон. Меня муж спрашивает, как это вообще возможно? Но когда я находилась в контакте с собой, точнее, нахожусь всем сейчас, то я реально понимаю, что, ну, не знаю, мне просто сейчас так хочется. Мне так нравится. Не потому, что там я конкретно сыроедом должна быть. Потом был момент, когда я забеременела, и я почувствовала, что моему организму хочется больше калорий. Я ушла на веганство, я перешла на крупы. Мне так было комфортнее. Мне так казалось моему организму, это было необходимо. И так оно и получилось. То есть каждый момент я чувствую контакт с собой, и что мне надо сейчас, что мне нужно восполнить. Это такое, знаете, прям, и это всегда в рамках каких-то очень ограниченных продуктов. То, что, опять же, согласно моему дизайну. Вот что обозначает иметь контакт с собой. Питание по ТЧ, да, но вместе с тем, как понять свой отклик, как начать есть то, что нужно именно в этот отрезок времени. Для этого действительно мы проходим через некоторые такие киты очищения. А сейчас такие, знаешь, должны киты такие вот так вот выплыть и поплыть. 4 кита очищения. Ну, в общем, смотри, через ментальное очищение и через такое вот восстановление эмоционального фона, через физическое очищение, энергетическое и чакральное очищение, можно прям такой очень крутой коннект с собой обрести, когда ты находишься вообще в полном понимании того, что тебе нужно, когда тебе нужно и как тебе это, собственно, вообще осуществить. А вместе с тем я хочу сказать, что те вот пути, которые проходила я, это пути, на самом деле, как мне кажется, они максимально очень крутые, потому что я получила, собственно, комплексное развитие. Когда ты повышаешь частоту своих вибраций, то ты выходишь на новый уровень своего сознания. А выходя на новый уровень своего сознания, ты начинаешь коннектиться с этим миром совершенно по-другому. У тебя восприятие событий, восприятие людей и своего, собственно, вообще, в принципе, мироощущения в этом мире по отношению к Вселенной, оно совершенно иное становится. А кроме того, я обрела вот этот самый вот такой вот контакт с самой собой, это вот любовь к себе. О, Эврика, я к этому только сейчас подошла. То есть я такая жила-жила, вообще забивала полностью на любовь к себе. Я даже не знала, что такое вообще любить себя. И такая, а, наконец-то я к этому подошла. И наконец-то я начала вам об этом говорить, что оказывается, духовное — это одно, но телесное, да, тело, в которое пришла наша душа, о нем тоже не нужно забывать. И в первую очередь у меня такой вопрос, почему вы стали сам где сыроедом? Да блин, мне надо ела просто питать свое тело мертвечиной, жрать трупаки, которые трупные яды, которые разлагаются в этом вот убитом мясе. Я такая его ем и такая типа, я люблю себя. Но нет, конечно, ребят, конечно же, когда вы любите себя, когда вы понимаете и осознаете, что у вас там, не знаю, внутри происходит, ваши процессы, у вас просто отваливаются деструктивные эгрегоры, когда вы на частоте вибрации тоже соответствующих. Любовь к себе — это в первую очередь понимание, что я вкладываю в свой рот, и мой рот — это в первую очередь некое такое чистое, что-то, что я вкладываюсь в организм, что питает меня, то, что это не энергия, вау, вот это вот все в единстве, это и есть то самое, к чему мы, собственно, сами стремимся. Сегодняшняя моя консультация, она, знаете, как выглядит? Она выглядит такая прям психологическая, психосоматическая, энергетическая, там дальше самореализация потенциала, раскрытие себя, своего предназначения. И такая в конце бах, такая на две минутки. А что касается питания, нужно соединиться со своим внутренним авторитетом, это то, что я вам говорила в течение там, да, всего целого часа консультации, и вот еще согласно вашему дизайну, и все на этом. Почему? Почему вы скажете? Да потому что, если я вам скажу, питайся вот так, все, и никакой информации, это вас просто вообще выбьет. И выбьет так, что просто человека просто скрутит, загнет, и потом на скорой помощи. Почему? Потому что когда сознание не готово, нельзя. Когда тело не готово, нельзя, поэтому мы работаем с вами комплексно. Поэтому сегодня я подошла к тому, что тот путь, по которому шла я, он максимально полезен для вас, максимально. Когда мы с вами идем именно от комплексного развития, когда мы развиваемся со всех сторон, те вот киты очищения и плюс ко всему духовность, вот то, с чего я начала, вот те самые, так скажем, сложные пути, по которым я шла, помните, я такие показывала, по которому я шла и в итоге вышла, и сонастроившись со своим дизайном, такая, о, оказывается, вот тут в книжке написано, что у меня то же самое. Да, это правильно, потому что если начала вот с этой информации, то, скорее всего, меня бы просто где-то бы отключило, и в итоге, кто знает, какой бы был путь.
Такое ощущение, что сейчас ракета просто полетела, сейчас какая-то бомба, пух, и война начинается. Те люди, которые говорят, что без животных белков жить нельзя, то люди, которые убеждены, что это так, я их даже не хочу переубеждать. Я делаю вид обманщика, что я вообще не понимаю в сфере питания. Я говорю, да, да, хорошо, вы абсолютно правы, и вообще ничего не правы. Я вообще ничего стараюсь не говорить, перевожу обычную тему, потому что я понимаю, что если я их вдруг, не дай бог, переубежу, то в итоге будет так, что я окажусь крайней, потому что это их скрутит. Почему? Потому что у них... В общем, пока они не проживут свою голову, не растождествятся с той информацией, которая была забита им в голову, бум-бум-бум-бум, так, что они тотально уверены в том, что в животных белках есть огромная польза, пока это вот так, переходить им к правильному питанию, от чего-то там избавляться, просто нет смысла, потому что работать нужно с хорошим мозгоправом. Пока этого не сделать, это бесполезно говорить о питании. Поэтому с чего мы начинаем? Мы начинаем с головы, мы начинаем с духовного роста, мы начинаем с энергопрактик, мы начинаем с духовного роста, а питание это уже следствие того, что вы чувствуете внутри. Потому что в конце концов дело было не в питании, а все-таки дело в первую очередь в том, как мы думаем и как мы воспринимаем то, что происходит вокруг нас.